представляется педагогу-организатору нашего учебного отделения Сафроновой Кристине Игоревне. Дорогие ученики, родители, коллеги, я всех поздравляю с этим новым учебным годом. Пусть он будет легким и максимально плодотворным, принесет много положительных эмоций, знаний и исключительных побед. Ну а право дать первый звонок предоставляется ученику 11 Е класса Грощенкову Станиславу и ученице 1 Д класса Кабановой Арине.